Вновь великолепная Анастасия Гузенкова. Мяч. Это новое упражнение у Анастасии. На этом, на этих соревнованиях это дебют этого упражнения. Купальник Анастасии дали Дина и Арина, которые ранее выступали в нем на этапах кубков сильнейших. Преемственность в экипировке – это не секрет, так выступают в художественной гимнастике часто. Да, все верно. Анастасия Гузенкова. Это премьера упражнения с мячом. Сменила великолепное упражнение под музыку Чайковского. Дебют удался спортсменке, и хочется еще раз отметить красоту линий, женственность.